Привет, смотри, какая коробочка пришла, такая какая-то, короче, необычная, заграничная. Сейчас будем распаковывать. Я примерно знаю, что там, ты еще не знаешь, я думаю, тебе будет достаточно интересно, потому что это просто невероятная вещь, которую, ну, как сказать, до сегодняшнего дня это актуально и достаточно дорого. Но мне повезло, как обычно, получилось получить эту штуку достаточно дешево. И это, так сказать, первый этап, распаковочка, а потом будет сравнение, если это работает. Смотрим. Замечательная упаковка, куча бумаги. Так, у нас есть вот такой он зарядничек. И вот здесь что-то из того, что я давно хотел попробовать. Ну вот, что называется, сподобился. Canon. Вопрос какой? Вопрос, где батарейки? Есть тут батарейки? Есть одна. Так, это у нас Canon EOS 30D. Полупрофессиональная камера из далеких 2000-х, которая... Так, включается даже. И работает. Вот это удивительное решение. Что у нас с экраном? Экран тоже работает. В общем, все здесь работает. Почему эта камера? Полупрофессиональное решение, и они до сих пор более-менее актуальны. То есть, если тебе не надо печатать плакаты, по качеству, по цветопередаче, они хороши. Да, это не 60-й, который до сих пор неплох, но и, что называется, не какой-нибудь Canon 1000-й. Сравним мы этот фотоаппарат с каким-нибудь другим и посмотрим, что из этого получится. Давай посмотрим на матрицу. Так, чуть-чуть есть всякого. Все вроде неплохо. Стреляет как минимум достаточно активненько. Ну что, вот такая камера у нас. Впереди обзор. Распаковка на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайся на канал, тогда не пропустишь. Пока.